Подстанция в поселке Казахстан Шардаринского района верой и правдой служила потребителям более полувека. Подстанция нуждалась в капитальном ремонте, но компания «Умцтекжарахтранзит» полностью заменила подстанцию. Были заменены, значит, устаревшие, изношенные массовые выключатели типа ММО на ВГТ 110 кВт. РЛНД 110 кВт, количество, значит, 4 штуки на новые, значит, РДЗ 110 кВт. Трансформаторы тока ТФЗН, типа ТФЗМ на новые ТРГ, и ТРГ 110 кВт, а также были заменены, значит, трансформаторы напряжения. Плюс к этому были полностью заменены все системы на подстанции Абай Сарагашского района, которая обеспечивала электроэнергией более 100 тысяч человек. Теперь, как говорят специалисты, жителям этих населенных пунктов электроэнергия будет поставляться качественно, без перебоев. В связи с естественным уже физическим и моральным износом, значит, коммутационной аппаратуры и оборудованной подстанции, значит, согласно инвестиционной программе была произведена замена. Замена, значит, которая дает... повышает надежность потребителей электроснабжения, надежность электроснабжения потребителей Сарагайского района. Таким образом, «Умцтекжарахтранзит» успешно продолжает предотвращать жизнь свой проект по модернизации. И в будущем обновление коснется всех населенных пунктов. А что касается подстанции, то они прослужат еще не один десяток лет.